Приветствую вас. В первую очередь я хочу сказать, что понимаю вас, я понимаю то, что вы зависите в некоторой степени от своих родителей, я прекрасно это понимаю, потому что, ну, видимо, у вас таких и таких я. Устои, вот, такие традиции, что родители должны решать сами, значит, когда будет свадьба и так далее, вот. Вопрос заключается в другом. Что вы готовы сделать? Вот именно вы конкретно, что готовы сделать для того, чтобы быть счастливыми. Вот. Это, наверное, первое, что вообще нужно вам выделить для себя. Потому что без этого вам будет очень тяжело. Это первое. Второе, на что важно обратить внимание. На то, значит, насколько вы, допустим, сильно, да, нуждаетесь в замужестве. Вот. Замужество. Зачем? Для чего вы нуждаетесь в замужестве? Понимаете? Вот. То есть вот этот момент, он ключевой. И, соответственно, именно от этого вам нужно отталкиваться для себя. Дальше. Какое значение для вас имеют родители ваши? То есть, вот именно значение, какое имеет родители. То есть, вот они, к примеру, откладывают вашу, значит, свадьбу, да, они откладывают вашу свадьбу. Как это вами воспринимается конкретно? То есть, как вы это видите для себя, опять же? Понимаете? Вот, это очень важный момент. Вы хотите, чтобы родители, например, одобрили ваши действия. Вы хотите, чтобы родители как-то поддержали вас, или как? То есть, вот чего вы хотите для себя? Что вам нужно в этом смысле слова для себя? Понимаете?
насколько важно и чем важно мнение родителей для вас в этом вопросе. Дальше. На мой взгляд, довольно-таки ошибочной историей является то, что вы ищете правых. Но правых и, соответственно, неправых. Вот. Тому как правых и неправых здесь, в общем-то, нет. Объективно. Потому как ваши родители, они, может быть, правы по-своему, а вы правы по-своему. И здесь очень важно понимать, на мой взгляд, что кто-то, точнее, чьё-то мнение должно быть решающим. Иначе ситуация будет складываться очень печально, ну, в дальнейшем, вот. Поэтому я бы крайне рекомендовал бы вам определить для себя определить, чье конкретно мнение для вас важнее. Ваше или все-таки родители. То есть поймите правильно то, что вам нужно просто расставить для себя приоритеты вот эти, чтобы понимать, что происходит с вами. Вот. Чтобы понимать, что вы хотите, что вам нужно и так далее. Вот. Иначе ситуация просто будет складываться так, что вы всегда будете зависеть от кого-то, но тут только не от себя. Да? Вот. Вот, в принципе, так я мог бы вам ответить на ваш вопрос. Чувствуется у вас неуверенность в себе, чувствуются ваши сомнения. Мне кажется, что проистекает это из-за того, что ориентируетесь вы не на себя, а на других людей. Вот. Что является в корне деструктивным, потому что, ориентируясь на мнение других, вы теряете себя саму, всегда. Это аксиома. Если вы хотите стать увереннее, если, может быть, вы хотите работать над отношениями, своими отношениями между вами и вашим молодым человеком, вот, обращайтесь, буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго, удачи
и надеюсь, что ситуация разрешится. Вам необходимо расставить приоритеты для того, чтобы хотя бы понимать, чего ждать от реальности. Всего доброго.